dvhub.ru. Сегодня в кинотеатре Хабаровск проходит предпремьерный показ на 50 оттенков темнее. В этом фильме продолжение истории любви Анастейши Стил и мистера Грея. Я думаю, что этот фильм нисколечки... Когда читаешь, мне кажется, намного больше мыслей, больше фантазии. А вот когда смотришь, все равно совсем другое. Но хочется, конечно, большего. Эта книга прочитала, первая книга не соответствует фильму. Может быть, вторая все-таки будет уже по откровению немножечко. Книга была интереснее, чем фильм. Не смотрел. Молодцы. Нет. Не читали? Нет. А почему пришли? Интересно, а где же все остальные, если... Он со мной за компанию. За компанию. Во второй части хочется увидеть то, как развивается, ну, развитие именно событий было, как в первой части. Ну, именно как Грей будет дальше ухаживать за девушкой своей, да. Вот. Романтичный. Первая часть, мне кажется, достаточно было жестких вещей, поэтому ждем что-то романтичное. Наверное, надо пожестче было хлестать стеком и посильнее фиксировать еще не кроме рук, еще и ноги. Я сходил, потому что у меня не было выбора. Все было клево, спасибо. Про что? Про любовь, конечно же. В принципе, больше ничего не ожидали, только любовь и, ну, и интим, естественно. Меня не вставил, да. Вот. Ну, в общем, очень скучное кино, неинтересное. К сожалению, ждали большего. Но актриса красивая. Хотелось Даже бы... переизбыток был. Да. БДСМ. Хотелось бы больше жизни в фильме. Фильм про отношения, про любовь. А при чем здесь скандалы и веревки? Ну, про своеобразные отношения. Ну, от этого фильма большего ожидать, возможно, не стоило. Фильм, в принципе, как и первая часть, 18+. По-любому ништяковский будет, да. Зубы отрываю, даю знакомый. Фильм очень понравился. Прям взаимная любовь. Впечатление. И про то, как любовь меняет людей. Да. Но слишком много любви. Да. Ну, чего в реальной жизни, наверное, нет. Да, да, так не хочется сейчас в реальную жизнь. После такой сказки красивой, да. Таких отношений прям... Нам понравилось, мы довольны. Фильм, конечно, очень понравился. Просто не ожидали то, что все так обернется. Я просто книгу не читала, так что мне очень понравилось. Очень жду уже третьей части. Это много любви. Я думала, там... dvhub.ru